В гимназии номер один поставили точку в вопросе дальнейшего обучения школьников. Накануне председатели родительских комитетов вместе с руководством учреждения и городским управлением образования обсудили ситуацию с нехваткой площадей, которая сложилась в образовательной организации из-за увеличения количества классов. Ситуация, которая сложилась в первой гимназии, все это время находилась, конечно, под контролем управления образования. И я уже говорила о том, что для детей будут созданы максимально комфортные условия. Сегодня состоится родительское собрание, на котором руководителям образовательной организации гимназии номер один будут озвучены условия обучения детей в первую смену и рассказано о том, за счет чего и как принято такое решение. Ранее проблему с нехваткой площадей предлагали решить двумя возможными вариантами, из-за чего разгорелся конфликт между родителями обучающихся и руководством учреждения. Первый способ предполагал перевести всю параллель третьих классов на обучение во вторую смену. Второй вариант вводил обучение учеников четырех классов в кабинетной системе. Ни один из них не устроил родителей гимназистов по разным причинам, поэтому было решено собрать совет родительского комитета. Я проживаю по микрорайону. Ребенок очень сильно задействован во внеурочной деятельности после школы, поэтому меня волновали вопросы окончания по времени учебного процесса. Я сейчас вот в самом конце собрания получила ответ на свой вопрос, потому что я задала его, и мне сказали, что занятие будет начинаться в 8 утра и заканчиваться сообразно расписанию, в зависимости от того, 5 или 6 там у детей будет урок. Глобальный вопрос был по сути один – наличие либо отсутствие второй смены в следующем учебном году. Был дан полный развернутый ответ. Второй смены в школе не будет. Время начала занятий переносится с 8:30 на 8 часов утра. Сейчас в гимназии числится 52 класса. С 1 сентября 2019 года их количество увеличится до 53. О проблеме ежегодного увеличения количества обучающихся руководство учреждения знает давно и ранее предлагало городу разные пути решения, в том числе строительство нового корпуса. Однако сегодня, считает директор, в этом уже нет надобности, поскольку со следующего года пойдет отток учеников. Даже заметно уже по количеству поданных заявлений, вот в этом году желающих обучаться в первой гимназии было меньше, чем в прошлом году. Это можно напрямую сделать вывод с тем, что на сегодняшний день очень популярным у населения стал уже губернаторский лицей на юго-западе. С сентября нам власть обещает, что заработает еще одна школа на улице Репина. Напомним, ситуация ранее вышла за рамки правового поля. Накануне в СМИ появилась информация о том, что в субботу утром в музей «Симбирская классическая гимназия» приходили родители гимназистов, чтобы рассмотреть помещение на предмет отъема. Это не имеет никаких перспектив. В каком плане? Ну, во-первых, вы у нас присутствуете, вы видите непрерывный поток наших гостей. При таком наплыве дети, если даже гипотетически они здесь занимаются, они не смогут выполнять сложные задания, которые даются даже в начальной школе, потому как очень много шумовых помех. Во-вторых, это музей, это особый режим охраны, сохранности. Скандала не будет, подтвердили родители на собрании своим большинством, поскольку руководство школы успокоило их и пошло им навстречу. Один из присутствующих активистов, Нейри Четинян, несколько раз вставал и брал слово, недовольный решениями школы, но родители его не поддержали. Ведь для них самое главное оказалось решение проблемы, а не пустая болтовня. До 1 сентября есть время перевести дух и отдохнуть не только ученикам и учителям, но и родителям. Главное, что в итоге появилось соломоново решение, которое стало максимально комфортным для всех сторон. При этом нормы СанПина, федерального закона об образовании и статусе музея как объекта федерального значения не будут нарушены. Наталья Чумаченко, Руслан Батталов, Александр Кудряшов. Новости Ульяновской правды.